будем скрывать, что сегодняшний концерт посвящен именно вам. В преддверии праздника 8 марта, который всегда у нас воспринимается как праздник, посвященный женщине, ее красоте, ее сердцу, ее свету. И если бы звучал гимн к женщине, то я бы его представлял именно в ритме танго. Потому что танго – это страстный танец, танец любви, танец чувств, танец пылкого влечения. Сияла ночь, в окно врывались гроздья белые, цвела черемуха, о, как цвела она. Тебя любил, тебе шептал слова несмелые, и в полночь лунную мне сердце дала. Thank you.
счастье мимо. Ко мне, я знаю, ты не вернешься никогда. Дымку от папиросы, каждой весной снова тянет.